Друзья, здравствуйте! С вами преподаватель по школьной программе Елена Владимировна. И сегодня мы готовимся к ВПР. Для 5 класса мы готовимся. Разбираем номер 9 сегодня. Набираете ВПР в интернете. И все там у вас сразу выпадает первый сайт. Вот можете тренироваться там. Ну что, давайте смотреть. Ребят, когда увидели пример, первое, что вы должны сделать, это расставить те действия, которые вы будете делать сначала, и что будете делать потом. Смотрите, конечно, первое в скобках. Второе, ребят, ну деление. Либо это деление, либо это. Ну давайте это. Потом третье, давайте вот это деление. А вот это умножение будет четвертым. А сложение будет жить на последнем месте у нас. Давайте делать первое действие. Для тех, кто подзабыл, как вычитать столбик. Смотрите, показываю. Глазки сюда. Из 5 9 вычитать не можем, занимаем единичку. Из 15 9, пожалуйста, будет 6. Из 0, который остался, 7, не можем вычитать. Придется занимать единичку. А из 10 7, пожалуйста, 3. И здесь из 2 2 будет 0, не напишем. Первое действие сделали. Поехали второе. Начинаем делить, друзья мои. Сколько 30 шестерок прячется? А, вот, в 73-ке. Две штуки прячется. Дважды 6, 12, 2 пишем, 1 запоминаем. Дважды 3, 6 плюс 1, 7. Почитаем. Из 3, 2 будет 1. Здесь, товарищи, будет 0. Мы его не напишем, незачем это. Нолик прилетает. Друзья, 10 никак не может поделиться на 36. Вынуждены поставить 0. А теперь четверочка прилетает. Следующий вопрос. Сколько 36-ок прячется в 104-ке? 2 точно прячется, а 3 будет чуть-чуть многовато. Давайте 2 возьмем. Кто сомневается, на листочке умножайте, и все у вас получится. Дважды 6, 12, 2 пишем, 1 запоминаем. Дважды 3, 6 плюс 1, 7. Начинаем вычитать. Из 4, 2, 2, а из 10, 7. Потому что мы единичку заняли. Получится 3. О, 32. Ну что, приплывает четверочка. Я думаю, должно получиться, ребята, целиком. Давайте проверим. Давайте проверим. На что нужно умножить шестерку, чтобы в конце получилось 4. 6, 9. А вот мне нравится 9. 6, 9, 54, 4 пишем, 5 запоминаем. 3жды 9, 27 плюс 5. А как раз, ребят, 32. Все, сделали, мы молодцы. Следующее третье действие. Мы должны вот это поделить на вот это. Давайте запишем. Ну, давайте опять столбик. Конечно, берем 32-шку. Сколько в 32-шке 26-ок прячется? Одна штука. Из 2 6 не можем вычитать. Из 12 6, пожалуйста, 6. Тут нолик, его не напишем, он нам не нужен. Восьмерочка прилетает. 68. А сколько 26-ок в 68-ке? Ну, 2 точно. А 3 многовато, ребят. 2. Дважды 6, 12, 2 пишем, 1 запоминаем. Дважды 2, 4 плюс 1, 5. Вычитаем из 8, 2, 6. Из 6, 5, пожалуйста, 1. Девяточка прилетает. 169. Угу. Сколько в 169-ке сидит 26-ок? Тут 2, тут 16. Ну что, где-то 7 много. Наверное, 6. Давайте 6. 6, 6, 36, 6 пишем. 3 запоминаем. Дважды 6, 12 плюс 3. Шикарно, 15. Из 9, 6, 3. Из 6, 5, 1. 1, 3. И тут нолик. Ребят, наверное, сейчас целиком получится, да? Давайте посмотрим, на что надо умножить 6, чтобы получилось в конце 0. А на 5... 5 и 6, 30, 0, пишем. 3 в уме. Дважды 5, 10, плюс 3. Ну все, мы победили. Осталась ерунда. Ну что, зайки, нам остается сделать четвертое и пятое действие. Давайте сделаем. В четвертом действии у нас будет... Итак, будет то, что получилось в третьем, помножить на 19. Давайте сделаем. Это. В третьем у нас вышло с вами вот столько. Помножаем на 19. Ой, поехали.
5 и 9, 45. 5 пишем, 4 запоминаем. 6 и 9, 54. Плюс 4, 58. 8 пишем, 5 запоминаем. 2 9, 18. Плюс 5, 23. 3 пишем, 2 запоминаем. 1 на 9, плюс 2, 11. 1 на 5, 5. 1 на 6, 6. 1 на 2, 2. 1 на 1, 1. Сложим все это. 5 сносим, 8 плюс 5, 13, 3 пишем, 1 запоминаем. 3 плюс 6, 9 плюс 1, 10, 0 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 2 и плюс 1, 4. И 1 плюс 1, 2. Остается пятое действие, самое легкое. Надо сложить вот это тем, что получилось во втором. А во втором у нас вот что получилось. Но так как это подлиннее число, видите, 5 знаков, 1, 2, 3, 4, 5, его первым напишем. И прибавляем то, что получилось вот здесь. Вот оно. Приступаем. 5 плюс 9, 4 пишем, 1 запоминаем. 3 плюс 2, 5 плюс 1, 6, 0 плюс 0, 0. 2 плюс 4, 6, 2. Сносим. Получилось 26 064. Вот сюда в ответик мы напишем. А с вами была преподаватель по школьной программе Елена Владимировна. Ребят, что-то не получается, пожалуйста, в комментариях мне напишите. Я вам все помогу, все составлю. И давайте готовиться уже, потому что хотя и перенесли ВПР у нас с вами на осень, вот прямо сегодня, кстати. Но это не значит, что к ней готовиться не надо, ребята. Удачи вам на контрольных экзаменах. Пишите мне обязательно ни пуха, ни пера.